Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде, в принципе, мы просто гуляли, ловили, ну, в смысле, не ловили, а прокачивали наших покемонов. И сейчас мы это опять будем... О, Фарфетч, давайте сразу на него нападем. И сейчас мы тоже будем искать каких-то покемонов, будем качать наших покемонов и будем эволюционировать наших покемонов, да. Как вообще эволюционирует Коффинг и Диглет? Я, ну, не знаю, ну, почему-то мне кажется, что они эволюционируют обычным путем, в принципе, прокачкой. Ну, мне так кажется, не знаю, не знаю. Давайте мы подойдем ближе к дому. Покемонов никаких нету. В принципе, можно в джунгли заглянуть. Через джунгли пробежать. Да. Так, ой. Так, сюда пойти. Посмотрим. Нету ли тут кого-то? Нет, нету. Тогда давайте мы вернемся ближе к дому. Я сейчас же, наверное, все-таки сразу же прокачаю Пулевага. И еще кого-то, да. Так, давайте тогда вот станем вот тут, давай. Давайте сюда. Так, Кокуна, ты куда идешь? Ты что, ко мне в гости идешь? Ладно. Так, давайте вот Пулевак, вот камушек. И давайте прокачаем нашего Пулевага. Кто мне скажет, дорогие друзья, как его прокачивать? На каком он вообще уровне эволюционирует в поле Вертла? Напишите, пожалуйста. Вот, он не эволюционирует. Ладно, будем его дальше качать. Давайте тогда, кого мы поставим в компьютер? Давайте пока что Пулевага поставим, а возьмем Экзекьюта. А он у нас есть? Сейчас я посмотрю. Может, у нас уже есть его эволюция. В принципе, если так смотреть, то я его не замечаю. Я его не вижу. Значит, нету. Да, давайте тогда его прокачаем. Вот он, может, вот так прокачивается, да? Иди сюда. Да, он так прокачивается. Отлично, давай, экзекьют. Эволюционируй. Экзекьютор ты вроде будешь. Ну давай, давай, яйца, растите. Давайте. Вылуплюйтесь. Ух ты. Кактус. Ух ты. Кактус с глазами. С тремя башками. Ну, пальма, в смысле, не кактус, я так. Ну, в принципе, пусть будет кактус. Ух ты, а чё он такой мелкий стал? А, он в текстурах застрял, еще это был. Тоже прикольный покемон. Экзекьютор. Давайте его поставим обратно в компьютер. Еще одного покемона мы прокачали. Возьмем опять Давайте Пулевага. Вот что я думаю. Чё мы будем париться по поводу нашего Пулевага? Я иду ему прокачаю пару уровней. Быстренько, чтобы не париться. Я думаю, вы понимаете как, да? Конечно же, с Rare Candy. Чё-то мы их даже не всегда используем. Ты меня запарил. Харе на тебе. Как он эволюционирует твою фуражку, Пулевак? Неужели с лунным камнем? Здравствуйте, я только проверю, ладно? Я возьму только один Мунстон. Я только проверю. Нет, он тоже с Мунстоном не эволюционирует. С лунным камнем. А как ты, дружок, эволюционируешь? Ты 45-й уровень, ни хрена себе. Сколько тебе еще качать нужно, чтобы ты превратился?
Вот сейчас, дорогие друзья, я прошу, напишите, пожалуйста, кто знает, как эволюционировать этого поливага, на каком он уровне вообще эволюционирует, и если вообще он с уровнем эволюционирует. Напишите, пожалуйста, дорогие друзья. А пока что я поставлю его в компьютер, чтобы он не был у меня в инвентаре, и я даже не знаю, когда его, как его эволюционировать. Пока что мы тебя поставим в компьютер. Возьмем мы кого бы можно прокачать? Нидуран Мейл, Белспрут, Граймер, Кьюбон. Напишите, есть ли в Кьюбона эволюции, как он эволюционирует. Райдон и Райхорн. Это не одно и то же. Ну, если вот так судить, Райдон 33 уровень, Райхорн 23 уровень. Райдон, Райхорн. У них даже имена одинаковые, так что одинаковые. Почти, ну, в смысле похожие. Так что я думаю, это одна и та же эволюция, ну, в смысле, два одинаковых покемона. Если я... Не, ну, если это два разных покемона, то напишите, и я пойду еще поищу того покемона, которого я только что удалил. Это был Райхорн. Ну, в принципе, если Райхорн, и потом идет Райдон. Это звучит как же Рай и Рай в начале, Райхорн и Рай. Ну, в принципе, мне кажется, это, ну, его предыдущая эволюция. А вот это его следующая эволюция. Ну да. Так, тогда сейчас кого бы нам прокачать, кого бы нам взять с нашего компьютера. Кого бы нам взять? А давайте мы прокачаем. Давайте Лейрона. Может, у него еще... Ну, в принципе, у него, наверное, еще должна быть одна эволюция. Поспим. Соберем еще приконов. А что, мест нет? А что, у меня вообще все заполнено? Ну, в принципе, да. Надо немножко инвентарь почистить. Собираем мы все это. Так, давайте, дорогие друзья, мы сейчас пойдем. Поищем еще каких-то покемонов. Может, кто-то тут и заспавнился. Давайте Диглета кинем. На... Вот опять же, Черизард его убил. Я даже ни на один скилл не нажал. А он его уже убил. Че это? Так, давайте. Давайте, в принципе, еще поищем. Так, никого. Так, ты какой уровень? А, 8-й. Ладно. Давайте сюда сбегаем. Тут никого, только Милтанг стоит. Больше вроде никого нету. Давайте еще про. О, да че ты так быстро голодаешь-то? Чё-то я быстро как-то проголодываюсь. Ладно, чё-то я быстро голодаю. Так, ну, в принципе, как я понял, никаких покемонов тут уже нету. Но я вижу Чикариту. Ну да. В принципе, ты нам не нужна. В том смысле, что ты у нас уже есть. Твоя последняя эволюция. А сейчас, в принципе, можно вот так пробежаться. Может, каких-то покемонов найдем. Не знаю кого.
не знаю где. А, не, не. Че я хотел, че я хотел? Давайте, в принципе, мы пойдем. Сделаем себе ультраболы. Вот что я хотел. У нас уже даже покеболов нету. Да. Нет, не сюда я хотел. В принципе, сюда тоже можно пойти, посмотреть. Нету ли тут кого-то с покемонов? Мью там был. Я сейчас всегда буду вспоминать, что когда тут буду, что там был Мью, а я его даже не увидел. Так. 30 уровень. Ну, в принципе, давай. А, он контуженный. Ну, в смысле, confusion его. Прикольно Мью разговаривает. Нам бы псайбиом, или как называется вот тот скилл, который... О, Диглевит эволюционирует. Как тут скилл называется, который можно выучить с помощью диска? Я не помню, но вроде тот диск у нас есть. Сейчас я пойду сбегаю, посмотрю. Фу, ну Диглет эволюционирует, это классно. Вот, отлично. Дуг-трио. Отлично. Еще мы эволюционировали одного покемона. Давайте, в принципе, сейчас мы пойдем домой. Не знаю, в какой из них. Из них у нас три дома, можно сказать. Так, а ты какой уровень? 16. Нет, не нужно. А, вот, давайте мы пойдем. Вот наш второй дом. Еще пойдем, может, там еще прикор. О, ну да, априконы выросли. Можно их, в принципе, собрать и сделать еще больше ультраболов. Вот так. Там, ой, тут еще один. И тут еще один. Прикольно у нас такая плантация получилась. Вот такой. Забегаешь вот сюда, спускаешься. В смысле, вот с этого этажа. И вот, с одной стороны, вот такое достаточно большое количество желтых априконов. С этой стороны у нас черные априконы. А тут у нас вот такая дорожка, чтобы... пробегать, ну, в смысле, бегать и с двух сторон собирать априконы, да. Так что давайте сейчас мы это все тоже поставим жариться. А, эти еще даже не дожарились. Вот так. И вот так. В принципе, перед тем, как я начну делать себе покеболы, я немножко очищу инвентарь, хотя, в принципе, даже не знаю, что тут можно выкинуть, даже лучше я не буду выкидывать, я просто сложу в сундук, что нам нужно, что нам нет. Ресурсы, где у нас ресурсы? А, ресурсы у нас вроде вот тут лежат, да, вот так. Так, тут у нас вот так, удочка пусть будет тут, вот так, вот так. Псайбим, или псайбиом, как он называется. Нету. Ну, может, в первом доме у нас там есть. И, в принципе, все. Мы немножко почистили. О, ну вот это возьмем, конечно же. И сейчас давайте мы... Сколько у нас там? 30? Ну, в принципе, нормально это будет. Так, что нам нужно? Я уже забыл немножко, как это все делать. Вот так, да?
Так, давайте я тогда вот это все быстренько сделаю. Ух, ну хотя это, если на съемку это будет достаточно долго, ну это еще если так считать, что это алмазный молот, если бы был железный, то не знаю, в сколько раз мы бы дольше его делали части покеболов. В принципе, полезная штука, она действительно очень быстрая. Вот пару секунд, и одна часть бола готова. Если так смотреть, то если мы сделаем 30 ультраболов, то это действительно будет очень классно, так как это большое количество, можно сказать. А у нас там еще жарится. Ну, и еще может получиться так 10. Если еще получится 10 покеболов, то это тоже будет нормально. Ну давай, еще тут осталось пару штучек. Я еще забыл что-то. Нам же кнопки нужны. То бишь нам еще камень нужно, булыжник переплавлять. Так. Так. И вот так. Так, тут вроде все мы собрали. Да опять их сколько вот дозрело. Ну это нормально, так. Сейчас 29, а я же 30 видел. А чё? Во, поднял, она где-то вот тут была, еще одна часть. Нам булыжник нужен, нам булыжник нужен. В принципе, пока что желтые можно откласть, так как их у нас еще есть куча, а черных нужно в два раза больше. Вот так вот. Давайте поставим булыжник переплавляться. И сколько тут еще получится? А ну. Вот, у нас два стака, может, 1,5 стак желтых. А вот сколько черных. Ну, еще 8 ультраболов, если получится, то это будет нормально. В принципе, давайте, наверное, я пока что даже желтые не буду собирать, так как действительно у нас их достаточное количество такое. Вот черные нам нужны. Так, это ставим жариться. Сейчас давайте я еще вот эти сделаю. Ух, нам же еще нижние части нужно делать. Так, ну давайте это быстренько. Давай, 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 давай. Вот так вот. Вот так. Тут вроде все, да? 38 должно быть, да, 38. Отлично. Давайте сейчас, сколько тут еще пожарилось. Ну, нормально. И тут нормально. Ух, тогда если сейчас смотреть, то железо нам сейчас нужно. 20. 20 мало, конечно же. 35, 40. Ну, вот так будет, пока что, думаю, нормально. 50 штук. Да, и железо у нас уже, конечно, не очень. Ну, стак с половиной, я думаю, еще на какое-то время хватит. Потом опять можно будет. Ну, посмотрим. Так, сейчас мы быстренько, быстренько, быстренько еще сделаем нижние части для покеболов. А у нас там еще жарится верхние части, то бишь ультраболы, в смысле априконы для них. Так, да, можно сказать, уже половина алмазного молотка нету. Ладно, так. Ну, я не знаю, стоит ли его вообще будет делать. Конечно, да, он действительно очень быстрый, но если так смотреть, то
Но он хватит где-то на 200-300 частей. Ну, в смысле, покеболов. Вот так вот. Одна часть, вторая, ну и вот так. Ну, то, что он стоит 5 алмазов, это... Чтобы его скрафтить, нужно 5 алмазов. Это, можно сказать, действительно очень дорого. Но он очень быстрый. Если так его сравнивать с железным молотком, то он намного быстрее, очень намного быстрее. Но поэтому он такой дорогой. Так, сейчас мы это уже вот эти нижние части доделаем. Давай. Так, давай еще 6 штук. Еще 5. Фу. А, ну да, там еще у нас булыжник жарится в камень, в смысле. Это, да, нормально. Кнопки сразу же сделаем. Еще 2 штуки не хватает. Еще 1 штука не хватает. Ты где? А, я ее уже держу в руках непеределанную одну штуку нижней части покебола и спрашиваю, ты где? Да, логично. Так, сейчас, в принципе, что нам нужно? Что нам нужно? Еще 12 ультраболов получится. И, дорогие друзья, я думаю, на этом действительно уже можно вот тут закончить. В принципе, да, до следующего эпизода я уже... Хотя, может, в следующем эпизоде я тоже немножко переделаю, ну, еще частей парочку сделаю. И сделаю себе кучу ультраболов. И, в принципе, можно будет продолжать. Можно будет идти дальше искать покемонов. И давайте на этом закончим вот тут. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо, всем удачи и всем пока.